Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот вам, наконец-то, я получил второй почту Амазона. Вот, значит, мегастрои. Значит, у меня вот этот аквабокс от GoPro. Потом Powerbank 20 миллиампер. Два флешка Extreme Pro 256 мегабайтов, 170 секунда, мегасекунда и 90 мегабайт секунда, короче. Вот такой современный, третье поколение, кажется, 4К снимают, дроном можно пользоваться, фотокамеру, короче, еще что там здесь. 2021 года, год выпуска, нет, 22 что ли, 22 года, кажется, или 21, ну, короче, вот такой. И батарея от GoPro, два вот такая на GoPro. Вторую флешку я уже поставил, снимаю на этот флешку, оказывается, здесь совсем лучше, чем у меня было, потому что 5-6 лет тому назад брал флешку, это хороший, но современный еще лучше. Вот сейчас снимаем, все покажу. Вот это от GoPro батарейки, вот такая, короче, GoPro 6 18 года, GoPro Black Hero 6 от него. Это чехол на Powerbank 20 миллиампер. Вот что тут написано. Да, год выпуска или нету? Нету, кажется. Made in China. Вот такой Aquabox. Вот такая. Плюс к нему вся причиндал. И это запасная, кажется, крышка, да, запасная крышка, вот две штуки, книжка на него, и вот флешка, две штуки, значит, вот такая, короче, получил. Сыну огромное спасибо за то, что поздравил, он подарил мне аквабокс. Дорогой, спасибо тебе за то, что подарил аквабокс. Остальное я просто заказывал. Вот, теперь получился у меня все готовый к Иссык-Кульске маршрут, Иссык-Кульске поездка, куда холоса. Дорогие друзья, вот я готов, куда холоса. Вот вчера я съездил с одним дорогого Хусан Ака вместе. Ну, поехали. Ну, короче, этот видео тоже есть, я поставлю тоже. Это снимка на новой современной флешке. Это 2022 года. Ну, посмотрим, как он покажет себе.